Всех приветствую. Я, короче, начала снимать опять очередная серия, значит, тоники. Как ее вывести? Ну, я наделась заключительно, и я взяла натуральное кокосовое масло. Начала про него рассказывать и вспомнила. Основная его деятельность была так, как я не знала, куда его применить. Это масло стоит 99 рублей из Фикспрайса. Оно, кстати, похоже на натуральное, я его, по крайней мере, разогреваю на батарее перед тем, как использовать. В общем, основная его была деятельность намазать сиськи и играть с членом грузина. Чего уж. Давайте называть вещи своими именами. Значит, что подарил мне грузин? Мы с ним встречались. Я вообще ждала, когда будет Новый год и день рождения. Я хотела с ним расстаться еще месяца 3 назад. После того, как он залупился насчет свадьбы и типа давай 50 на 50 ее оплатим. Я не буду вдаваться в подробности, не буду ничего объяснять, что я была крайне удивлена такому предложению. Ну, в общем, так как она у нас сорвалась, это осенью было, я решила с ним как бы расстаться. Ну, думаю, ладно, пусть отступные какие-нибудь подарят, чтобы я его не ненавидела, как все, с кем я прощаюсь. Я обычно как бы, ну, мщу потом очень, так, очень долго и старательно, и кропотливо. Думаю, ну, пускай отступные какие-то подарят, как бы, и я уже забуду о нем, и мы с ним рассосемся, расстанемся. Но пришел Новый год и день рождения, он вообще забыл про мой день рождения или сделал вид. И, короче, закинул мне на телефон, его не было в Красноярске, закинул мне 1000 рублей. Я не оценила этот подарок, поэтому я ему внедрила вилку в ногу. Ну, такое прощание. Но я чувствую, что он мне еще остался должен. Знаете, такое вот какое-то ощущение, как будто тебе должны. Я не знаю, почему оно у меня, но оно сохраняется. Ну, неважно, в общем, что он подарил. Мы встречались с апреля месяца где-то. Это был первый подарок. Вот эти два браслетика маленькие. На смотровой площадке я у него попросила, чтобы он мне купил. Вернее, я хотела их купить сама. А он такой, да я тебе куплю. Ну, что ты будешь покупать? Я такая думала, какой приятный мужчина. Как хорошо. Как хорошо. Потом он мне привез вот этот, по нарастающей. Ну вот Света ездила последний раз в Таиланд. Я в Таиланде не помню, сколько лет я назад-то была уже. Когда я там жила 8 месяцев. Но вот эти вот я никогда не видела. Так, сейчас у меня тут батарейка садится. Вот эти штуки я никогда не видела, чтобы продавали. Сколько он может стоить? Ну, вот это вот не золото, я уже ходила, проверяла. Вот это жемчуг. Это он привозил. Вот это похоже, кстати, на тайское золото. Но это он привозил. Там такая была. Ну, типа такой, короче, штучка. Это из Италии он привозил. 750-я проба. Я их тоже проверяла. Я их тоже проверяла вообще, если что, можно будет потом издать их вообще куда-нибудь. Это значит, он мне подарил сердечко. Он неделю не отвечал. Я ему писала сообщение, писала, 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 писала. Короче, думала, я уже проклятие начала писать. И потом в итоге он приезжает и привозит, значит, такое это мое тебе сердечко. Видишь, как я тебя люблю. Я так люблю тебя, любимая. А он типа был на охоте. Даже он видео привез. Ну, не знаю, насколько это правда. Я вообще мужчинам не склонна доверять. Вот если он рядом находится в одном помещении, я понимаю, что это так. Но если он находится где-то в другом месте, у меня страшные картины рисует мой воспаленный мозг. Это цепочка, короче. Обычная 585-я проба. Здесь еще был маленький такой вот пенделюшка с бриллиантиком. Они шли комплектом. Но цепочка настолько тонкая, какая-то детская. Что? Видите, насколько жадный грузин,
что, короче, она порвалась у меня, и этот маленький, она как-то зацепилась у меня за волосы и осталась на них. А вот этот маленький кулончик, он вылетел, и все. Я его потеряла в бассейне. Представляете? А вот это вот осталось. Цепочка в волосах. А это он мне дарил комплект перед тем, как сделать предложение. Типа был... Ну, этот, правда, с бриликами, но... Ну, что это за брилики, на которых нет даже... Как он называется? Когда там от карата идут... Даже паспорт. Даже паспорта почему нету? Что это за брилики такие? Мне, кстати, вообще не нравится этот комплект. Я его не ношу, потому что он какой-то, ну какой-то странный. Не в арабском стиле, как мне нравится. Такой не длинненькие какие-то сережки. И колечко мне сейчас уже маленькое. Тогда на пальчик оно мне подходило. Вот и все, что подарил грузин. Представляете? Такая вот незадача, девочки. Вот. Кому-то машины дарят, кому-то сиськи делают за 350 тысяч. А мне вот, пожалуйста, вам. И 1000 рублей на день рождения. 1000 рублей отступных. А вилочка-то уже у меня лежала в руках уже. Натирала мне пальчики-то мои ласковые. Надо было еще ее кокосовым маслом натереть и всадить ему в яйца. Вот такие дела, девочки. Всем хорошего дня. Поделитесь в комментариях, что вам дарят мужчины. Что ваши великодушные мужчины дарят вам. Как они вообще? Щедры ли они? Или тоже жлобы? Жлобяндрии. Всем пока-пока. Всех целую. Ваша Джана.